щодо мобілізації, повертаючись, є такі судження, що вона може затягнути війну в Україні. Чи є такий можливий сценарій, чи є такі наміри в влади Росії просто війну затягнути? Ну, сценарій, все сценарії будуть диктувати Збройні Сили України. І, в общем, Україна і колективний Запад, частю якого є Україна, не скривають свої позиції. Вона офіційно неоднократно була сформулювана, що переговори с Россией могут начаться только после отвода, предварительного отвода российских вооруженных сил на линии 24 февраля. И это не означает, что Украина соглашается и Запад соглашается с этой линией. Просто на этой линии начинаются мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Но у Путина ваш вопрос в том, а что может попытаться сделать Путин, какие у него остались карты. Но он этого не скрывал. Он этого не скрывал вот в своем полубезумном выступлении. Он снова бряцал ядерным оружием. Ну, это старая история. Он занимается ядерным шантажом уже 15 лет, угрожает Западу. И, в общем, это срабатывало. Именно благодаря этому ядерному шантажу 15 лет назад, еще в 2008 году, Украина и Грузия не были приняты в НАТО. Довольно вялая реакция была на войну в Грузии и на аннексию Крыма. Но, в общем, в последние годы, и тем более в последние месяцы, западные руководители военные и политические преодолели эту такое отступление, потому что невозможно бесконечно отступать перед гопником, у которого нет ничего, понимаете? Он на конвенциональном уровне уступает Западу, это, да более того, он уступает одной Украине на конвенциональном уровне, как-то Украина голыми руками, в общем, остановила его под Киевом, а сейчас, когда она получает постепенно, хотелось бы быстрее и больше, но тем не менее получает от Запада современное оружие, то ее стратегическое превосходство обелилось на всем фронте. Ну и что значит ядерное оружие? У всех есть, у Запада есть ядерное оружие. На это еще хорошо первым ответил такой замечательный друг Украины Борис Джонсон. Он тогда еще был премьер-министром, но ничего не изменилось с его уходом. Еще в марте он заявил, что Великобритания ядерная держава, и она не останется равнодушной, если и будет действовать, если Путин применит ядерное оружие в Украине. Он сказал еще до официальной реакции американцев и НАТО, но потом последовала эта реакция. И, наконец, недавно в прямом эфире перед всем миром президент Байден предупредил Путина. Ты же ему сказал «don't, don't, don't». Ты объяснил, что это вызовет очень резкую реакцию Запада. Ну, эти угрозы пустые, понимаете? Просто Путин настолько безумен, что полностью исключать вариант нельзя. Но я вам сейчас скажу три причины, по которым, я полагаю, это маловероятным использованием ядерного оружия. Ну, во-первых, оно не принесет никаких военных результатов. Ну, предположим, он совершит чудовищное преступление, уничтожит какой-нибудь украинский город, погибнут там сотни тысяч людей. Ну что, Украина прекратит сопротивление? Нет. Запад прекратит помощь? Нет. Это первое. Это бессмысленно с военной точки зрения. Второе, это Запад твердо ответил, что он нанесет ответный удар или убийственный конвенциональным оружием или тактическим ядерным. В любом случае, это будет сокрушительный удар по России. И как неоднократно подчеркивалось, военными американцами, когда они общались со своими российскими коллегами, что по лично Путину. Ну, говоря простым языком, доступным выходцу из питерской подворотни, ему просто обвинили и объяснили, что его убьют в этом случае. И, наконец, третье. Давайте не забывать, что у него вот нет на столе ядерной кнопки, на которую он может нажать. Применение ядерного оружия, кстати, тактического, это еще сложнее даже, чем стратегического, требует предусмотрено очень сложными процедурами в армии
и российской, и у всех ядерных держав. Ну, для этого необходимо, там, минимум 20 офицеров участвуют в этом на разных этапах. Но что касается тактического оружия, оно все хранится на складах центральных 12 управления Министерства обороны. Нужно отдать команды на эти склады, из складов перевести, ну, в ту военную часть, там это и будет авиация или ракетная часть, которая будет наноситься удар. Кстати, вот я недавно, когда я это все объяснял, в одной из аудиторий мне напомнили, что вот те транспортные средства, которые перевозят ядерное оружие, и все его хранения, это американское. Это в начале 90-х годов, когда разваливался весь наш ядерный комплекс, и гражданские, и военные, и американцы, и не только большая семерка оказала финансовую помощь, там, 10 миллиардов долларов на безопасность нашего комплекса. И весь он, вся эта безопасность обеспечивается с помощью предоставленных американских транспортных средств и техники. И они все это отслеживают, они имеют возможность отслеживать любые движения, любую подготовку к применению ядерного оружия. И вот как они каждый раз все время подчеркивают, и после этого заявления Байдена угрожающего тоже, представитель Белого дома сообщил, что наша разведка на данный момент не обнаружила ни малейшего, ни малейших сведений о предполагаемом передвижении и подготовке к использованию ядерного оружия. Вот, поэтому это маловероятно, хотя, ну, имея дело с безумцем, ничего нельзя исключать. Но вот более реальные вещи, он этим тоже угрожал. И, собственно, единственная проблема такая осталась относительно исхода войны, единственная карта, которая у него есть в руках, и он ею пользуется, это удары по инфраструктуре украинской. Вот к этому он почти наверняка будет прибегать.